Теннисисту Ивана Романенко скоро предстоят жесткие и напряженные соревнования на Евро-топ-14. В Бельгии в городе Льеж сойдутся 14 сильнейших спортсменов-подростков. А сейчас Иван играет на городском первенстве по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Папа мальчика Олег Романенко говорит, сын начал играть в 6 лет и видит себя в профессиональном спорте. За эмоции, наверное, за остроту игры, за технику, быстроту, все вместе. Шансы я оцениваю в тройку, могу попасть. Ну и мне почти все по силам игроки. В финале первенства состязались 75 спортсменов. Организаторы говорят, на соревновании собрались сильнейшие, и многим из них, возможно, светит яркая профессиональная карьера. Уровень подготовки очень высокий. Значит, идет интересная бескомпромиссная борьба. Вот, и очень сложно даже предсказать итог этих соревнований. Нужно главное – это упорство, как бы продумывать ходы и настроенность, готовность к матчу, чтобы ты всегда был готов и к проигрышу, и к выигрышу. Лучшие сразятся во всероссийском турнире. Игры пройдут в Оренбурге и Чебоксарах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.